Вот он, это цех. Похоже, немцы к атаке готовятся. Поторопиться бы, командир. Напрямки не получится. Наверняка снайперы все подходы пасут. По правой стороне обойдем. Старшина. Я. Пошли с комбатом, познакомимся. Есть. Пятый, не слышу вас! У нас 20 убитых! Полсотни раненых! До утра половина не доживет! Что? Нет, не продержимся! Нет у нас патронов! Что? Пополнение? Сколько? Да как они через немцев пройдут? Что? Рядочный тут. Разведчики соседи у полка прибыли. Кто такие? Старший лейтенант Егоров, особый отдел полка. Вы командир батальона? Платонов, командир второй роты. Здорово. Комбата вчера убило. Исполняю обязанности. Батальона, считай, нет. Вот, 20 человек осталось. Кто откуда, не знаю. Половина сами прибились. В общем, дело ясное, что делать умно. Так, Асеев, не бузди. Ага. Сколько вас? Со мной еще двое. Ну и пополнение. Лучше пулемет прислали. Что там слышно? У нас связи уже второй день нет. Все отступают. Немцы справа и слева почти до Волги дошли. И нам текать надо. Пока не поздно. Боюсь, не удержим мы этот цех. Воды мало осталось. И где же ее взять-то, Женька? Возьмите. Боюсь, не удержим мы этот цех без подмоги. А с ранеными этими что будет? Что-что, немцы туда пару гранат швырнут, я, ага. Моторным так было. Так, Асеев, оставить. Раненых на руках понесем, а тяжелых здесь оставим. Как это оставим?
Никто никуда не пойдет. Цех надо отстоять любой ценой. Это приказ. Чей приказ? Ну, мой. А как удержать-то? Они нас в два счета отсюда попрут. У нас ни патронов, ни бойцов. А он их этой винтовочкой. Пиф-паф и нету фрицев. Если, конечно, при первых выстрелах штаны не наложат. Винтовку на место положил. Ой, а то что, кляуз на меня настрочишь? Ну-ка, тихо. Тихо. Тебе сказали, не трогай. Дай сюда. Винтовка заряженная. Но что не выстрелил? Надо будет выстрелить. Немцы зашевелились, товарищ Егоров. Угу. Все по местам. Ничего, немцы придут, быстро вас помирят. Собирайте бойцов. Все по местам. По местам. Занять позиции. Комшан. Шнелла. Шнелла, Юнгс. Vorsicht, Vorsicht! Schneller, schneller! Handgranaten bereithalten! Schießen! Bewegt euch! Vorwärts! Вперед! Быстрее! Leise bleiben! Achtung! Ziel anvisieren! Приготовиться к выстрелу. Работаем. Последних офицеров не трогать. Воликов, на тебя пулемет. Есть. Комбат, не спеши стрелять. Подпусти их поближе. Ага. Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Махлон! Выбирай стрелец! Вперед! Ангриф! В атаку!
Кто вы такой, черт возьми? Лейтенант Лотар фон Дибиц. Прибыл из Южной Африки. Снайпер. Насколько я понимаю, здесь, в Сталинграде, решается судьба Германии. Вы правы, лейтенант. За одним исключением. Из тех, кто вошел со мной в город, осталось семеро. И раньше нам всегда удавалось выбить их с первой атаки. Угощайтесь, капитан. Спасибо. Украдено из поместья фон Дибиц. Что означает эта надпись? Однажды моему дяде Курту надоело, что гости в нашем африканском поместье воруют спички. Он приказал сделать партию таких наклеек, чтобы воззвать к их совести. Помогло? Нисколько. Тогда в Южной Африке спички ценились дороже, чем благородство и честь. Почти у всех раны в живот. Так подстрелили специально, чтобы они орали, деморализуя остальных. Такой же метод использовали мои предки, буры, в войне с англичанами полвека назад. Благодарю за ваше объяснение, Дибиц. Но лучше бы вы помогли мне огнем из вашей винтовки. Я предпочитаю более жирную дичь. У них появились снайперы, отличные стрелки. Они заманили вас в ловушку, чтобы получить ваше оружие и боеприпасы. Тот, кто все это устроил, настоящий профессионал и знает свое дело. Ну что же, тем приятнее будет его убить. Да заткните его кто-нибудь. Ой, тихо. Ой, тихо. Как вы это сделали, Дибиц? Один дикарь из Африки, старый колдун, научил меня. Он все равно умрет. Через полчаса. Хорошо, мне тут фриц приложил. Зараза. Женька, ты мотай, не жалей. Потуже мотай. Слышь, старшина. Ну? А девка-то путевая. Ты, Асеев, не двигайся, пока кровь не остановится. Да как же она остановится? Когда ты рядом, она закипает. Сестричка. Ну, тебя, я серьезно. Сестричка. Потерпи, миленький. Я скоро ко всем подойду. Товарищ Егоров, а вы надолго к нам? Посмотрим. Ее бы в штаб отправить. Пробовали уже. Назад прибежала. Настырная. Слышь, Егоров, а ты и вправду меня бы застрелил? Отстань. Нет, ты скажи. Правда. Старшина Голиков, собирайтесь. Есть. Куда идем, командир? Хочу посмотреть, что у немцев на уме. О, я с вами. Пропадете без меня. Я здесь все входы и выходы знаю. Защиту вас с немцем доставлю. Ладно, иди. Товарищ Егоров, возьмите меня с собой. Я немецкий хорошо знаю, я в школе отличницей была. Школьниц нам только не хватает.
Та напротив бочки туннеля. Ведет прямо к немцу. Дальнего грузовика блик. Иди. Давай, давай. Извините, я не думала, что здесь так высоко. Ты что здесь делаешь? Меня Платонов с вами отправил. Платонов? Да. То есть, мне… Не тяжелее назад. Опасно. Здесь пусть остается, на обратном пути заберем. Два раза одной дорогой не ходим. Пошли. Давай. Слышь, Таршина, а ты Егорова давно знаешь? Да почти с границы с ним топаем. Так что он из погранцов? Так точно. Заместитель начальника заставы был. Командир, как их поискать? А что в нем такого особенного? Что-то да есть. Вон Женька на него как смотрит. С нами не просто так увязалась. Ладно. И не таких тут видали. Не стрелять! Halt! Komm, Seemann, wie bist du hierher gekommen? Was ist auf deinem Kopf? Понравилось? Gib her! Сейчас. Von welchem Schiff bist du abgehauen, Seemann? Вперед!
Да, сейф даешь. Давай. Без козырочка верни, милок. Повезло тебе, морячок. Не трожь. Ты чего, Егоров? Это же пулемет. Пошли. Ты с ним бегать будешь, что ли? Я рад приветствовать вас, капитан. Мой племянник довольно лестно отзывается о вас. Вы говорите о лейтенанте Дибице? Честно говоря, Гальдер, я хотел вас попросить приглядеть за ним. Но понимаю, что это, скорее всего, бесполезно. Он не имеет привычки отчитываться передо мной. Лотер унаследовал характер матери. Она всю жизнь прожила среди дикарей. И поверьте, умела постоять за себя. Прошу. Я так понимаю, вы хотели поговорить не только о своем племяннике. Фюрер вчера заявил всему миру, что мы взяли Сталинград. Вы-то понимаете, что это не так? Надеюсь, в ближайшие дни нам наконец удастся сбросить русских в Волгу и подтвердить слова фюрера. Семь ударов. Знаете, что это? Каждый седьмой удар метронома сообщает. Погиб еще один наш солдат. Потом они включают танго или этот чертов вальс. Это просто русская пропаганда. Это правда. Куликов наверх. Командир, там штаб. Женя. Итак, что вы хотите от меня? Командование разработало блестящий маневр. Но чтобы его осуществить, русских нужно выбить из этого крыла завода не позднее следующих трех суток. Надеюсь, вы понимаете, насколько это важно. Для нас, с вами. Все не так просто. Там группа снайперов. Сегодня они неожиданно атаковали нас. За три минуты я потерял 16 солдат. Знаю. Потому я и попросил Лотера помочь вам. Не представляю, как он это сделает. Нам, южанам, приходится многое доказывать в Рейхе. Уверен, он справится. Извините, майор, если вы действительно хотите помочь, дайте танки. Хотя бы два. Я смогу выкурить их за пару часов. Хорошо, Гальдер. Вы получите танки. Вот
И передайте Лотару. Я на него надеюсь. Обязательно, господин майор. Конечно. Как только увижу его. Чертов сукин сын. О нем заботятся, как будто он папа римский. Они и вправду дадут нам танки. Надеюсь, штабная крыса не врет. Если так, мы приготовим русским сюрприз. Увидите снайпера Лотара Дибица, срочно ко мне. Слушаюсь, господин капитан. Хотя к черту его. Мне надо выспаться. Им дали 3 дня, чтобы выбить нас. Обещали танки. Капитан сказал, что это будет сюрприз для нас. Еще говорили про какого-то снайпера, видимо, родственника офицера. Но я не поняла, что он хотел. С танками нас раздавят, как котят. Посмотрим. Мыться любите? Yeah. Сюрприз. Придется через тоннель возвращаться, командир. Я прикрою. А как же Асеев? Пусть сам выбирается. Ему еще зубы надо пересчитать. Дешевый трюк. Что будем делать, командир? Нас точно отсюда не выпустят. Зажарен в клещи. Простите, братцы, я же это не подумал. Бог простит. А если я рвану изо всех сил, а вы по нему шмальнете? Он тебе башки высунуть не даст. Даже если и выбежим, мы у него как на ладони.
перебьет, как котят. Ничего не получится. Я его отвлеку. Отставить. Дай. Ты что, их рожаешь, что ли? Гранаты есть. Erstes Bataillon, bitte kommen, bitte kommen. Где вас носило, Дибец? Ваш дядя был здесь. Просил присмотреть за вами, как будто здесь богадельня. Может, вам лучше вернуться в штаб, под крыло своего покровителя? Я нашел то, что искал, капитан. Русский снайпер. Настоящий жирный бекас. Сталинград не Африка, Дибец. А вы не на сафари. Здесь идет война. Здесь убивают. Здесь бывает страшно. А вам случалось выходить один на один против льва со старенькой винтовкой в руках? Нет? Тогда вы точно не знаете, что такое страх. Нет уж. Я остаюсь. Это Петр, он помогает мне. В последнем бою ему ногу прострелили и ухо отрезали. Хотел добраться, но своих не смог. Приполз к нам. Наши расстрелять хотели, а я не дала. Вступилась, жалко. Зову его Пьер Безухов. Смешно, правда? Сколько я провалялся? Почти сутки. Мы с Петром по очереди с вами сидели. Никуда не отходили. Пятый, второй на связи. Да, товарищ Лунгин. Командир 132-го платона. По данным разведки, немцы готовят танковую атаку. Что? Нет, не продержимся! А чем нам их взять? Пушек нет! Минировать тоже нечем! Нет! Нечем! Да мы третьи сутки в окружении! Что, пятый? Отправить связистов по линии. Пусть проверят и наладят связь. Платон, ты с ума, что ли, сошел? Немцы рядом с КП держать. Да он по-русски не полслова. Сбежит. Самый неподходящий момент. Да куда он сбежит? Он же хромоногий. Ну что мне, расстрелять его, что ли? Если нет возможности отправить штаб полка, значит расстрелять. Ух.
зеленку. Ну на, стреляй. Ты же у нас специалист. Не батальон, погоди. С полком связи нет. У нас тут снайпер немецкий объявился. За сутки двух связистов подстрелил. Ты бы помог, Егоров. А немца этого при случае отправлю в штаб полка. До утра не отправишь, расстреляю. Ты меня понял, Платонов? Старшина Голиков, собирайтесь. Есть. Чего? Что чего? От меня бегаешь. Пропустите, товарищ Асеев, мне идти нужно. Стоять. Для тебя просто Коля? Или тебе снайпер приглянулся? Понятно. Только чти, у него таких, как ты, вагон и маленькая тележка. А я, между прочим, серьезные намерения имею. Или я тебе не нравлюсь? Ты мне очень нравишься, Асеев. Только сейчас неподходящее время для романтики. А по-моему, подходящее. Убью! Самый снайпер, что за нами охотился. Он связистов уложил. Коликов, готовь куклу. А я пока в призму гляну. На этот раз они послали более опытного. Подстрелить его будет непросто. Профессионал работает, сразу видно. Засек, откуда бьет? Здание слева. Два окна по центру занавешены. Левое или правое? Точно сказать не могу. Отличная работа. Я отмечу вас в рапорте. Благодарю вас, капитан. Надеюсь, следующего долго ждать не придется. Я готов, командир. Давай. Сейчас мы тебя, милок, выманим. А
это кто? Женька, куда? Назад, дура. Убьют. Симпатичная мордашка. Вы же не собираетесь стрелять в санитарку, капитан? У меня нет таких предрассудков. Но это против правил. Не говорите ерунды. Вы свой выстрел сделали. Теперь моя очередь. Вот так. Связь, дочка, связь. Может, куклу поднимет? Не успеем. Левая. Или правая. До свидания, фройляйн. Есть. Что с девчонкой?